А вы знали, что в нотах можно зашифровать текстовое послание? Это называется музыкальная монограмма. Каждая нота обозначается определенной буквой или слогом. Вот так. Рассмотрим данную монограмму. Она принадлежит Николаю Мясковскому и посвящена она Анатолию Лядову от фразы «Берегись, Лядова». Данную фразу Мясковский мастерски зашифровал в последовательности следующих звуков. Б – это си бемоль, ре – это ре, гис – это соль диез, ля – это ля, до – это до и фа – это фа. Ну да, немножечко не сошлось с последним слогом ва, но все равно смысл монограммы понятен. И использовал Николай Мясковский данную монограмму в своем струнном квартете номер 3, с которым благополучно закончил консерваторию по классу композиции у того же Лядова, что говорит о том, что экзаменатор не обнаружил шуточного шифра, хотя это не точно. Дело в том, что Лядов был очень жестким и строгим педагогом, которого боялись все студенты консерватории, которые у него учились.